Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре оптический прицел от компании T-Eagle. И это T-Eagle 1.8x24. Такой вот прицел в черном цвете. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим роликам в продвижении. В комплекте, поставляется в такой вот коробке прицел. В комплекте сам прицел, и у прицела, конечно, есть вот такие вот крышки. Крышки пластиковые, открываются, закрываются, соответственно, можно снять и обратно, конечно же, надеть. Кольца для установки оптики уже на вашу винтовку. Кольца под планку Вивер. Хорошего качества кольца, что, конечно же, плюс. Микрофибра, чтобы за оптикой ухаживать. И инструкция на английском языке. Такая непродолжительная инструкция, но она есть. Об остальном расскажу дальше. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Прицел изготовлен компанией T-Eagle. Материал корпуса алюминий, длина его 252 мм, вес 531 грамм. Диаметр линзы объектива 24 мм. Прицел имеет расположенную во второй фокальной плоскости баллистическую прицельную сетку. Посадочный диаметр у данной модели 30 мм. Есть ли подсветка у данного оптического прицела? Отвечаю, есть. Двух цветов даже, скажу вам больше. Красный цвет и зеленый цвет. Регулируется же подсветка при помощи барабана, который находится на левой стороне узла управления. Давайте расскажу вам и про другие барабаны, которые здесь имеются. У основания окуляра находится тот самый барабан для диоптрийной отстройки. Конечно же, как он крутится... Крутится хорошо, просто его нужно вытащить из вот этого вот изначального паза. Это новая оптика абсолютно, ей никто никак не пользовался, я первый человек, кто что-то здесь крутит. Поэтому для начала надо было вывернуть, а так крутится хорошо. Плюс очень такой рельефный барабан, и в перчатках крутить его, я думаю, будет вполне себе удобно. Поднимаемся выше, здесь же уже барабан для смены кратности, который, напоминаю, здесь от 1 до 8. Переходим на узел управления. На верхней и правой его стороне находятся барабаны, которые предназначены для регулировки прицельной сетки, где верхний отвечает за регулировку по оси Y, а правый за регулировку по оси X. Шаг регулировки поправки здесь 1/2 MOA. Все, что можно было обсудить, мы обсудили. Все, что можно было рассказать, рассказал я. Если вдруг сейчас у вас возник вопрос, а купить-то его где? Так, а давайте я и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный оптический прицел подходит к концу. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как он вам, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.